В изобилии располагавшая фосфоритами республика Науру по доходу на душу населения, 13 тысяч долларов в США 6, в 1970-1980-е годы принадлежала к богатейшим странам мира. Воловой национальный продукт в 1986 году составлял 20 тысяч долларов в США в расчете на душу населения 52. Экономика острова тогда во многом зависела от притока рабочей силы извне, главным образом, из соседних островных государств Кирибати Тувалу 6. В то время стоимость экспорта фосфоритов четверо превышала сумму импорта, основными внешнеторговыми партнерами были Австралия, Новая Зеландия, Япония и Великобритания 6. Предвидя закрытие в скором времени единственного источника валютных поступлений, правительство вкладывало значительную часть экспортной выручки в недвижимость за рубежом и специальные аккумулирующие фонды 6. Однако, когда запасы полезного ископаемого почти исчерпались, оказалось, что государство недостаточно позаботилось о будущем страны. В 1989 добыча фосфоритов оказала разрушительное воздействие на рельеф и растительный покров плато в центральной части острова. К 1989 году на территории, занимающей около 75%, велись активные разработки, и около 90% леса, покрывавшего плато, было уничтожено, сохранилось только 200 г растительного покрова какие-либо меры по рекультивации земель не проводились, и к концу 20 века до 80% суши превратилась в пустошь, напоминающую лунный пейзаж, 59. В 1989 году Республика Науру подала иск в Международный суд ООН по поводу действий Австралии во время управления островом, и в особенности по поводу тяжелых экологических последствий в результате разработок фосфоритов. Австралия вынуждена была выплачивать компенсацию. Истощение рудников привело также к политической нестабильности. С 1989 по 2003 год в стране 17 раз менялось правительство. В 1990-е годы остров Науру превратился в офшорную зону. Там было зарегистрировано несколько сотен банков

И под угрозой санкций со стороны США республика Науру была вынуждена в 2001 году ограничить, а в 2003 году запретить деятельность офшорных банков и принять меры против. В начале 2003 года на Науру разразился острейший политический кризис. На роль президента претендовали сразу двое Рина Харис и Бернард Довиева. Во время вспыхнувших столкновений сгорела президентская резиденция и отключилась телефонная связь. Связь с внешним миром в течение нескольких недель осуществлялась только при заходе в порт судна со спутниковым телефоном 6876. Значительную часть доходов страны в последние годы составляет австралийская помощь. Содержание на своей территории беженцев, стремящихся попасть в Австралию является важным доходом страны, спонсируемым Австралией.